В Твери открылась игровая площадка для детей и подростков с особенностями развития. Спортивный комплекс появился благодаря взаимодействию администрации города Твери и фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца». На церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. 11-я в России и первая для нашего города. Уникальность этой площадки в том, что здесь могут заниматься дети различных возможностей здоровья. Баскетбол, футбол, тренировки на гимнастическом оборудовании. Каждый может выбрать занятия по душе. Новую площадку протестировала чемпионка Европы, мастер спорта международного класса по баскетболу Марина Бурмистрова, которая провела несколько тренировочных игр с юными спортсменами. Можно переходить с одной площадки на другую. Это очень классный подарок. Люди должны приходить, заниматься, радоваться жизни, наслаждаться спортом. Это объединяет людей, это сплачивает. Важно, чтобы дети с особенностями развития могли играть, учиться, отдыхать и общаться вместе со сверстниками. Новая игровая зона сделает это возможным. Площадка очень важна для нашего города. Она даст отдельный толчок для занятий базовыми видами спорта, такими как футбол, баскетбол. И, в общем-то, в спортивном комплексе «Радуга» будет такой огромный целостный объект, где будут представлены и спортивные залы, и тренажерные залы, плавательный бассейн и большая уличная площадка с достаточно большим разнообразием видов спорта, которыми можно на ней заниматься. Первые тренировки и мастер-классы на новой площадке провели самые настоящие чемпионы и заслуженные мастера спорта. Ключевые приемы Ашихара карате показали воспитанники клуба единоборств «Титан». С этого дня игровая и тренажерная зоны открыты для всех желающих.